И в продолжении темы благоустройства города. Новый освещенный тротуар появился на улице Филатова. Коммунальные перемены здесь произошли при непосредственной поддержке местного депутата. Теперь жители стали чаще гулять по вечерам. На дворовый праздник, посвященный 9 мая, вошли жители улицы Филатова. Повод для радости не только грядущий День Победы, но и новый освещенный тротуар, который был отремонтирован по многочисленным просьбам. На встрече со старостами домов накануне 8 марта они подтвердили, что действительно нужно. Я обратился к Евгению Евгеньевичу с этим вопросом. Он дал задание МУП благоустройства подрезать деревья, электросети, поставить светильники. Теперь местные ребята могут кататься на роликах и гулять до позднего вечера. Когда здесь свет, за светом, естественно, лучше, конечно же. Без света страшно гулять. Новым тротуаром активно пользуются и рабочие завода «Муромтепловоз». К тому же пешеходная дорога ведет к расположенным вблизи гипермаркетам. Намного лучше стало жить. Намного. Светлее, веселей. Благоустройство микрорайона, по словам Константина Федорина, этой весной будет продолжаться. Также запланировано восстановление функционирования родников пруда на Московской. Ольга Кирешна, Николай Молодёнов, Новости Муром.